Задержанным за убийство лосихи в Тверской области предъявлено обвинение, причем сразу по двум статьям Уголовного кодекса. Причиной разбирательства стало видео охоты, которое появилось в социальных сетях в конце февраля этого года. Содержание ролика возмутило российскую общественность. Следствие считает, что охотники гнали животное до изнеможения на снегокатах по лесу, а затем повалили обессиленную лосиху на снег и задушили голыми руками. Это громкое дело взяли под личный контроль власти разного уровня, как и как когда охотиться, чтобы и волки были сыты, и овцы целы, а охотник не оказался на скамье подсудимых. Расскажем прямо сейчас. Отец лосей, так называет себя блогер Алексей Седой. В интервью «Зоозащитник» признался, лоси – его жизнь. Когда посмотрел видео, на котором охотники жестоко расправляются с сахатом, возмущению не было предела. Во-первых, согласно законодательству, в конце февраля ходить на лося запрещено. А во-вторых, происходящее в принципе с трудом можно назвать охотой. Группа молодых людей гонит на снегокатах по лесу лося. В итоге животное обессилено и окружено. Браконьеры наваливаются на него и, по версии следствия, душат голыми руками. Картину погони и расправу над сахатом снимала и комментировала женщина. Мало того, что наносится ущерб государству, но здесь банально вообще человечество должны быть ценности людей. А исходя из того, что вы видели на этом видео, там никаких моральных ценностей людей речи не идет. Видео стало поводом для уголовного преследования героев ролика. Участников инцидента вычислили и привлекли к ответственности. Это жители Тверской и Ярославской областей, решившие поохотиться в праздничные февральские выходные. Кадры этой зимней охоты молодые люди запомнят надолго. Расследуется уголовное дело по двум статьям. По 258-й незаконная охота и по 245-й жестокое обращение с животными. По данным статьям предусмотрены санкции в виде лишения свободы на срок до 5 лет по каждой из статей. При этом при назначении наказания суд вправе с учетом обстоятельств дела личности либо полностью сложить наказание, назначенное по каждой из статей, либо частично сложить. Минприрода оценила причиненный браконьерами ущерб в 400 тысяч. Если суд установит вину задержанных, то, скорее всего, им придется его возмещать. Кроме того, по этим статьям предусмотрена еще одна санкция – конфискация орудия. Это дополнительное наказание, оно предусмотрено и кодексом о административных правонарушениях, и уголовным кодексом. Могут конфисковать любые орудия, будь то, допустим, метательные, то есть какие-то арбалеты, луки, автомобиль, снегоход, мотоцикл, квадроцикл, неважно. То есть если, особенно вы совершаете преступление, и вам вменяется в один из квалифицирующих признаков статьи 258, это применение механического транспортного средства, у вас его, скорее всего, конфискуют. Прежде чем водрузить на плечо ружье и отправиться в лес, стоит изучить все правила. Есть календарь охоты, где обозначены сроки, когда и на кого можно охотиться. В разных регионах они могут отличаться. Незнание закона от ответственности не освободит. Однако стоит помнить не только про букву закона, но и про моральную сторону вопроса. Лосиная психология очень сильно похожа на человеческую психологию. Есть механизм воспитания матери лосенка. И умеют чувствовать, у них отличная память. Они запоминают и хорошее, и плохое. Умеют плакать, они умеют радоваться. Отличное взаимодействие друг с другом. При этом у них спокойное отношение к человеку. Но в то же самое время лоси никогда не нападают. О незаконных фактах охоты обязательно необходимо сообщать в правоохранительные органы. Это можно сделать по телефонам 112 или же написать онлайн-обращение на сайт полиции или природоохранной прокуратуры, приложив фото и видеодокументы. Обязательно нужно обозначить локацию места происшествия, указать ориентиры. Возможно, это сделать и анонимно, но свидетельские показания, как рассказывают правоохранители, заметно ускорят процесс расследования. Подробнее о правилах охоты рассказал в программе «Тема дня» Тверской межрайонный природоохранный прокурор. Посмотреть передачу можно на сайте нашего телеканала tp.tver.ru.